Добрый день, уважаемые участницы и организаторы. Валерия, я хочу оставить свой отзыв об участии в марафоне «17 парфюмерных привычек». Ну и, конечно, ответить на три вопроса, которые задала нам Валерия. То есть, что я искала, чему научилась, что было интересно, важно, и что стало полезным, ну и мои открытия. Хочу этим поделиться сегодня с вами. В первую очередь хочу, конечно, поблагодарить вас, Валерия, за организацию такого замечательного марафона путешествия по миру парфюмерии и сказать, что для меня это было на самом деле даже открытием. Было очень много интересной новой информации, которую просто не встречала раньше. Я искала ответы на вопросы, как найти свой любимый аромат, и искала информацию, не искаженную маркетологами, то есть чтобы это была наиболее чистая, не искаженная информация мнениями многих людей, которая уже много раз, допустим, преломлялась о чьё-то мнение и накладывала свой отпечаток. И хотелось услышать что-то из первых уст, так сказать, от самого парфюмера. Вот. Эти вопросы у меня были до марафона. В процессе марафона я на эти вопросы ответила и даже получила намного больше. В первую очередь, что я узнала интересного и нового на марафоне, это составление парфюмерной капсулы и информацию о парфюмерном гардеробе. Это, конечно, очень новая для меня информация, незнакомая. Я раньше с таким не встречалась. И очень полезно было узнать, что, оказывается, наши ароматы, которые мы имеем у себя на полочке, можно делить на сферы своей жизни и применять их очень правильно, соответственно, назначению. Казалось бы, есть аромат, берешь и пользуешься на любой случай жизни, но оказалось, что это совсем не так, далеко не так, и использовать и носить ароматы можно гораздо интереснее, гораздо более практично и даже иногда экономично. Вот. Парфюмерная капсула – это на самом деле такая интересная вещь, которую мне теперь хочется изучить гораздо более глубоко и рассказать об этом своим даже близким, знакомым, научить их пользоваться правильно своими парфюмами. Очень полезно было навести порядок в своем парфюмерном гардеробе, расставить все ароматы по своим местам, понять, какие у них сроки годности, как они применимы далее. Очень было интересно узнать, что такое кислотное число. Для меня это на самом деле открытие. Это то, о чем я задумывалась. Я много раз об этом читала, интересовалась, но я не знала, что это называется именно вот так. Кислотное число. То есть срок годности аромата и его изменение кислотного числа по истечении срока годности. Самым полезным в процессе марафона было для меня это узнать о такой технике, как наслаивание. Это, конечно, вау, супер! За это благодарю, Валерия, просто открытие. От этого открытия я им делюсь со своими клиентами, со своими знакомыми, подругами. У людей горят глаза, они с удовольствием слушают эту информацию, пробуют применять тут же. И очень много хороших эмоций у людей это вызывает, то есть людям нравится становиться самим стилистами, парфюмерами для самих себя и применять свои ароматы по-новому, не так, как раньше, или с какой-то новой изюминкой. Это отдельная благодарность. Вот. Еще для меня в процессе марафона было очень интересно узнать информацию из первых уст о новейших парфюмерных открытиях, ароматах, событиях. Это участие Валерии в выставках. Для меня было очень важно увидеть это ее глазами, потому что сама я пока туда попасть не могу, но очень мечтаю побывать в этой парфюмерной Мекке, в Грассе или на других мероприятиях парфюмерных. Было очень интересно наблюдать за тем, как это все происходит, какие появляются новые марки, тренды, события, какие люди в этом мире играют роли, направляют, создают вот эти тенденции. Это было очень интересно, и за это тоже очень благодарю. Вот. И отдельно хочу поблагодарить всех участниц марафона. Девчонки, с вами было очень классно проходить марафон, потому что ваши знания и опыт, и ваше применение опыта, полученного в процессе марафона, мне очень помогали.
потому что, глядя на вас, иногда приходилось доделать, чтобы не отставать. Это очень важно. Отстал уже, все, очень тяжело потом наверстывать. И ваше впечатление очень интересно было читать. Спасибо, Валерий, за то, что смогла создать такую атмосферу общения, когда девочки очень много делятся информацией. Очень интересно смотреть и видеть, какие у других девчонок парфюмерные гардеробы. Очень много интересных ароматов, очень много интересных отзывов. Спасибо всем большое. Отдельно благодарность организаторам за четкую связь и быстрое реагирование на наши вопросы. Всем спасибо и всем хороших парфюмерных событий, интересных, новых, разных. До встречи!